Итак, сегодня мы с вами приготовим пиццу в домашних условиях на сковороде. Для этого нам нужно взять 9 столовых ложек муки. Два яйца. Вот у нас будет тесто для пиццы. 4 столовых ложки майонеза. Здесь у меня уже отмерено 4 столовых ложки. И 4 столовых ложки сметаны. И все перемешиваем. Так, все тщательно перемешиваем. Тесто для пиццы у нас готово. Смазываем мы сковороду маслом и выливаем тесто. Так, выливаем половину теста. Это у нас получается на 2 пиццы тесто рассчитано. Сверху мы выкладываем колбаску. Можно ее порезать мелко. Я порезала кружочками. Мясо у меня предварительно я его отварила и обжарила. Присолила его, молотым перцем добавила. Раскладываем. Смазываем кетчупом. И разлаживаем мы обжаренные грибы. Шампиньоны. У меня шампиньоны. Можно пиццу делать без грибов, без мяса, просто с одной копченой колбаской. У меня просто было мясо вареное и грибы. Так, сверху мы делаем сеточку из майонеза. Притрушиваем немножко порезанной петрушкой. У кого есть, можно добавить сладкий перец. И сверху мы натираем твердый сыр. Ставим на плиту на слабый огонь 3 минуты. А затем мы накрываем крышкой и еще минут 5 держим под крышкой. Так, вот такая пицца у нас получилась. Сейчас мы ее выложим на тарелочку. Давай. Вот такая пицца на сковороде у нас получилась. Сейчас мы ее разрежем, посмотрим, как внутри. Горячая еще. Сыр расплавился и тянется. Вот такая пицца. Быстрая. Не надо заморачиваться. И на сковороде.